Лучшие из представителей ульяновской молодежи отправились в Сочи. 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября. Ульяновскую область представляет около сотни участников и полсотни волонтеров. Фестиваль объединит более 20 тысяч амбициозных молодых людей из 150 стран мира. Представители делегации имеют уникальную возможность показать свой профессионализм, получить новые знания и поделиться опытом с участниками из других городов и стран. Это стоит попробовать, в этом стоит поучаствовать. И более того, от этого стоит привести какую-то определенную пользу в регион. Я очень надеюсь на большое количество сотрудничества не только межрегионального, но и международного. Всего в дирекцию фестиваля поступило около 1000 заявок. Отбор был жестким и объективным. Остались только самые перспективные участники. Делегация разделена на несколько команд. Студенты и выпускники региональных вузов, работающая молодежь, молодые предприниматели, общественники и деятели искусства. Для представителей творческих профессий особенно важно быть в курсе тенденций и веяний других стран и народов. Я еду в первую очередь познакомиться с современными музыкантами, современными композиторами, обменяться опытом, узнать о современных тенденциях в серьезной музыке, в массовой культуре. Перед отправкой губернатор Ульяновской области пожелал участников успехов и новых свершений. Пусть этот фестиваль зарядит вас самыми приятными эмоциями, подарит вам новые ценные знания, подарит вам умения и навыки, и чтобы вы после этого принесли огромную пользу не только Ульяновской области, но и всей стране. Участники фестиваля вдохновлены и целеустремлены. В самом деле, этот фестиваль обещает стать самым грандиозным и масштабным событием для молодых специалистов области. Виктория Шикова, Даниил Сурков. Новости Ульяновской правды.